Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И это продолжение партии за Испанию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им большое за поддержку. А всем зрителям приятного продолжения просмотра. Так... Ауч, я, может, не ус... Блин! А, зато я встречу ацтека. Фух, получил таки. Я просто, видите, у меня ходов не хватает, чтобы основать религию. Прикол. Так. Ну, слушайте. Там чувак читает на генерала. Конечно, дружба, но через 30 ходов-то она закончится, даже она быстрее закончится. Так, давайте-ка пока прачников. Я так по таймингам только на чистоход вышел. Все, в принципе, по таймингу, но... Что-то шипит у нас, да? Хайпер. Давайте его тише сделаем. В обработку бронзы я так вышел, ну, есть железо. Ну, нам, скорее всего, леса нужны... Ой, тьфу. Подожди, у меня же... Ну, у меня трюфеля, янтарь, мрамор. Каменоломню. На следующий ход еще генерал подойдет. Ладно, давайте пока каменную кладку. Да, уже олигархи. А я через два хода выйду уже. Так кто там кого выносит? По-другому вообще хз, как теоретически играть. В 10 клетках, находясь от венгра. У тебя как бы было еще близко. Во-первых, а во-вторых, я ж тебе... В смысле, спокойно. Так, тут святилище. Потому что это должно быть... мне еду они будут давать, я так считаю. А, и Мали я еще встретил. Ну вот Мали, кстати, понятно, зря, наверное. Ты ко мне не пришел, я бы к тебе пришел. Вечно. Я раньше времени встретил. Так, ну, пожалуй, надо возвращаться рабочим. Так, вышел в золотой век, перебрал всего лишь одно очко, не надо было Мали встречать. Все вышли в золотой век, какие мы молодцы. Так, ну, естественно, монументальность я беру. Основываем религию. Католицизм, конечно же, где он? О. Накорми мир. И гурдвару возьму. То есть, чтобы максимизировать вообще. Теологию ускорили. Собственно, после политической философии пойдем в теологию как раз. Или не, откроем военную традицию, а потом в теологию пойдем. Так, сколько стоит... Посел 95. Ну, собственно, надо брать в Толедо. Давайте сюда быстрее, чтобы рос город. Так, аж где я в Севилье? Священное место тут, сюда я поставил. А кампус... Ух ты, плюс 4 есть кампус. А почему он тут плюс 4? За счет двух тропических лесов. Ну вот, сейчас я поставлю меточку. То есть вот тут надо будет убрать... Варвары, как обычно, за тебя играют.
Ну а чё он тут вот пришёл, мешает осаде? Действительно, я сразу поставил юнитов. Единственный раз, наверное, за то, что я нашёл на 15, на 5 ход ГГшки рядом. Мне, чтоб ты понял, в двух руинках выпало по 2 босса. Я бы, наверное, вот сюда поставил, кстати, военный лагерь. То есть как раз против... У тебя еще вереваний войска вроде были больше, чем одна тубина. Против скифа. А вот тут бы я поставил город и тоже где-то военный лагерь тут. И, в общем-то, от скифа мы можем считать защищенными себя. Хочу поставлю сюда... Рабочего, и будем ждать, пока клетка присоединится. Так, ты отобьешься. Так, значит, Умали, трудовая дисциплина и всемирная... Ну, блин, Умали это просто обязательное верование, иначе у них нету производства в пустыне, получается. По-хорошему, Кри надо было бы сносить Мали просто своими этими скаутами и все. Так, давайте античную республику. Плюс 2 влияния. Антикавалерийских юнитов. Подготовка и... Может, покупка клеток дешевле? Строительство чудес. Или создание строителей. Не, давайте покупка клеток. Потому что я там строю священные места, вот здесь, да? Здесь я буду строить юниты. Это третьего прачника надо. Потом копейщика сделаю. Торговца я куплю за деньги где-нибудь. Так, ну мне надо куда-то сюда ставить, очевидно. Вот здесь где-то. Еще город сюда у меня влезет. Скорее всего, на камень. Наверное, вот сюда стоит. Не стоит выпираться, чтобы лояльность. Так, давайте я со всеми дружбу попытаюсь. Я не знаю, тут на кого мне нападать. Сидеть. Я пока просто даже не вижу особой территории. Так, ацтек дружбу, все приняли дружбу. Я конечно, в центре. Вот это единственный минус моей позиции, это то, что я в центре между всех цивилизаций. Я, кстати, думаю, что в Мадриде военный лагерь должен строить побыстрее. То есть, я бы сейчас, знаете, что я бы, наверное, сейчас рабочего сначала построил. Так. Веру я коплю на покупку поселенцев. Угу. Давайте попробуем забрать. Военная традиция кавалерии. Так, надо постоянно каждый ход следить за количеством военной силы у скифа. Он начнет ее увеличивать, и сразу нам грустно станет. Давайте мы с ацтеком открыты. Мне кажется, мне надо союзиться с ацтеком. Ну, то есть, во всяком случае, тут караваны близко, и он как раз на другом континенте для меня. Кроме одного города. Ну, так, господи. Будь здорова.
Сколько у венгров сюзерен? 50 голды будет стоить за сюзеренить? Так, каменную кладку ну, открыл. Значит, что мы можем стены строить. Так, есть святилище. Ну, давайте, наверное, сразу кампус тут. Кстати, может мне иметь смысл... А, тут уже все, уже есть моя религия, отлично. Я просто думал, покупатели миссионера для распространения, ну, само распространяется, по идее. Конечно. Я постою в защите просто. Блин, а тени, что за кони? Привередливые. С конями не так. Морды мне их не нравятся. Так, слушайте, может мы тупо в пикинеров тогда пойдем на всякий пожарный? Вот прям тупо. Деньги, математика. Так, а где у нас... Сколько, точнее, стоит торговец? 105. Надо купить, чтобы деньги ускорить. Так, а математику ускорить? Три разных спецрайона. Ну, кампус я уже строю, второй спецрайон. А, ну и третий будет военный лагерь. Чё, железо к этому городу не приписано. Вообще фейл. Да, надо мне тут город еще поставить. Несомненно. Молись, копейщикам поможешь? Ой. Спасибо. Если он и не будет раньше нападать, он потом может напасть на тех же, там, кирасирах, понимаете? Поэтому, в любом случае, надо ставить города против. Без штрафа. Кого жечь? Сети. Так, выключу все. Ну, без чуда света. Я тут не вижу. Ну, мне бы чеченицу, конечно, будет построить, но это не сейчас. В теологию ради храмов. Храмы, гурдвары, это у меня города как на дрожжах будут расти. Это... Ага. А Тоби 5 звездочек, это кто? Венгр основал, что ли? Нет, это я. Он у меня на 10-м ходу поселенца забрал. А, понятно. Римлян. Высокие отношения. Тут, кстати, еще хороший город для защиты, потому что, видите, тут холмы. То есть тяжеловато его обстреливать, например, там. Так, идем...
Ну, я сначала сюда встану, мне надо сначала военный лагерь начать строить. Так, торговый путь откладываем. Стрельбу из лука, кстати, можно открыть. У меня уже три. Прачник, следующим ходом я покупаю эти. Ты подвинешь своего этого? Так, я тут решил ставить, да? Да. Блин, вот это то, что нам дают рабочих просто сразу. По-моему, это чит. Но это, я так понимаю, что на другом континенте, если вы ставите город только. Но, тем не менее. Так, это он, походу, этот начинает строить. Большой бассейн. Ну, мне походить дадут, нет? Надо Иерусалим засоюзить, чтобы священные места сильно влияли. Ну, как, священные места, как будто это все святые города. А что там задание было? Непонятно. Короче, с такими тормозами это просто бред играть, конечно, ужас. Прошу, народ, не ставить метки, похер. Все, похер. Мне нуно ставить метки и все тут. О боже. Так, ну тут мы отложим. Давайте, наверное, так пойдем. Но мне, конечно, не нравится, что тут подходит лучник. Он может отсюда меня обстрелять. Давайте я, наверное, этого... Нет, мне надо купить торговца. Так постоим. Я думал апнуть. А, все, могу вырубить сразу. Да, точно, у меня же монументальность, рабочие быстрее ходят. Военный лагерь. Это больновато. Для города в 36 дефа. И плюс он на пойме стоит. Так не в 50 же. Так, я, наверное, хочу, чтобы Кордова выросла. И там я куплю посела и поведу таймер сюда. Таймер совсем убрали? Интересно, наверное, получилось. Мне кажется, отсюда ближе будет, чем... Не-не, я буду следить за твоими войсками. Меня смущает. Я буду следить за созданием войск, чтобы быть готовым. Я вот сейчас еще к военному лагерю его поближе поставлю. Жалко, что там генералу нельзя перенести всю зверецкую вешку. Пойдем полечим скаута. Так, кампус есть. Подожди, а у тебя все три юнита еще и прокачаны? Давайте, наверное, еще копейщиков тогда. Че за шум прокачан? Забей, ты мне писал. Не то глянул. В оборонительную тактику после теологии пойдем. Но дубина, которая... Так, ну надо строительство открыть еще. Не, ну в принципе реально, если я тут ставлю военный лагерь и тут город военный лагерь, то в принципе я буду себя чувствовать неплохо. Блин, даже в свой город можно неплохо отправлять караваны. Слушайте, она же еще Португалия, да, на карте?
Нет, он не брал Португалию кто-то. А, ты Венгрию в итоге взял. Не жалеешь? Ну слушай, если бы он был бы на Португалии в этой ситуации, я бы не сжег ему город. Ну ты не был бы в Португалии в такой ситуации. Другая была бы ситуация. Он на воде стоит. Но он почти близко к воде. Блин. Ну, вряд ли, он же без восклицательного знака, этот скаут. Я думаю, что это не из этого лагеря. Скорее всего. Так, следующим ходом в Кордове куплю посело. Да, брат, убей мещика этого. Знаете что, наверное, все-таки в Мадриде куплю посело и сюда. Так, давайте глянем, сколько стоит посел. 115, так? Следующий, значит, будет 135 стоить. Сначала я все-таки в Кордове куплю, а потом в Мадриде, чтобы сюда поставить. Это, мне кажется, я должен был рядом заспавниться. Да ну, нет. Прям эти минанки строишь? И это вот все вот эти клетки с поймами дадут тебе науку, да? Ну да. Я не помню. Зеба. То, что там болото и тропики. Как-то потом он зашел, парень на Китай построил ее. Просто там 50 науки на первой эпохе. Нет, тут приятно будет. Ну, правда, оно вот сейчас конкретно немного будет давать. Что, две клетки у тебя тут, что ли? Будет давать, поверь. А, что? Будет много давать. Ну, в будущем, когда ты клетки выкупишь. А вот сейчас-то у тебя только две клетки будут. Не, вот эти терминарки я застрою все. Мне не эти клетки нужны. А, там с другой стороны, что ли, еще у тебя... У меня болото просто. Я смотрю на столицу Рима. И чё там? Он просто грабит Иерусалим. Я не думаю, что он его будет захватывать. Хотя... Я не успею. Фиг знает. А, он только сейчас у меня все-таки будет захватывать, походу. Жаль. Ну, распространю религию, я думаю, что я успею. Опять висим, да господи. Конем поздравить твоего миссионера. Так, покупаем тут поселок. Только когда два жителя. Можно поселенца покупать. Два жителя и больше. Один с крестом, не-не-не. Один. Давайте я все-таки сюда встану, подождем. Так, пошли. Что развитие как-то застопорилось твоей войной этой? Боже, меня еще и варвары душат, помимо этого Рима. У меня. Да ладно. Науки уже на пятом месте. Да, это все испанец на первом месте. Мне бы еще повезло,
континенты разные. Три континента, чтоб ты понимал, вокруг него. Удобно. Да, и со скифом повезло. Прям везука-базука со всех сторон. А чё ты армию не строишь-то? На самом деле строю, просто у кого-то по две лошади, поэтому кажется, что типа все вокруг армию не строят. Продолжим копейщиков делать. Ну да, странно, что ты не строишь армию. А я строю армию. Неизвестный игрок побежден прям даже. Ну, спасибо за игру. Иерусалим побежден. Иерусалиму спасибо за игру. Да ладно. Да он не там город поставил. Я хотел там поставить. Блин, тогда уже опасно тут город ставить. Да. Тогда, видимо, придется здесь где-то поставить, а не здесь. В общем, пока сюда поведем. Так, давайте я тут куплю эту клетку. А нифига не покупается. Блин, мешается этот еще мне тут. Так, пропустим ход. Неужели мне убьет пращника? Ничего, не успел распространить религию, да? Не, ну я бы в Мадриде, наверное, сразу стены начал строить. Всего-то 3 хода. Так, и сколько мне надо... Следующим ходом, наверное, смогу, да, поселок купить, да. Сразу в Мадриде поселок покупаем. И сюда ставим город. В общем-то, ну вниз мне некуда. Хотя... Да, убил все-таки, блин. Эх. Так. Стена есть. С кем-нибудь торговать ресами? Не с кем. А, вот соль. Мали предложение. Но пока никуда не отправляешь. О, Ватикан хочет торговый путь. Теологию открыли. Ставим бонусы соседства священного места, несомненно. Ускорена математика, военная подготовка, открыли теологию. Так, пошли в математику и потом... Ты можешь, кстати, ученичество открыть? Ты я смогу апнуть, например, дуболома в латника.
Подождите, а где у меня дуболом? Я его не... Не погиб ли он у меня где-нибудь смертью храбрых? А, вот он где. Ладно, пошли домой. Значит, в Мадриде делаем посела. Давайте, наверное, реально ученичество открою. А потом уже в военную. Так, я понимаю, что латники хуже против коней работают, но зато это увеличит силу города, защиту. Понимаете? Так, и здесь... Подождите, я же строительство хотел открыть еще. Наверное, давайте я строительство открою без ускорения. Потом ученичество, потом военную тактику. Вот так давайте. Потому что мне надо ускорить... игры и развлечения, чтобы быстрее оборонительную тактику. Это... я его открою, и она у меня будет стоять без ускорения. Если меня объявит войну скиф, она у меня просто откроется тогда, и я поставлю карточку на защиту. Понимаете, да? Так, в Толедо храм. Давайте пока. Че, может таймер? Не знаю, у меня притормаживает. До сих пор кто-то что-то все-таки ставит. Да, периодически просто стоит игра. Так, извержение очередное, улучшающее клетки. Зашибись. Мали, ты мне там юнитами мешаешься. Так, знал, что тут горы в итоге. Мали? Да, чё случилось? Это ты мне метку послал, где ты город хочешь ставить? Да, да. Ну, мне бы хотелось, чтобы на одну клетку выше, потому что я буду ставить вот тут. Ну, я понял, да, что ты там хочешь. Мне там смысла нет ставить. Хотя бы чуть эти клетки нормально заберем. Поделимся. Нет, так у меня город не влияет. Подождите, я тебе покажу, где я сейчас. Мали, это кто? ДГФ? Муса. Нет, Апси. О, смотри, я вот тут. Муса. Вот тут а, хочу. Ну я понял, у меня так не останется вообще нормально. А там все голое с левой стороны. Так а у меня город не эти... влезет. Как мы поделим? Ну давай поделим, хорошо. То есть... Я просто у меня в первом радиусе, а ты возьмешь. Ну, где ты там поставишь? А ты. У тебя получается во втором радиусе, ты возьмешь тогда. Понимаешь? Ты там город поставишь, то вокруг себя все заберешь, правильно? Пять клеток. Раз, шесть да, клеток. Да. Там ничего не останется. Одна клетка, тройка, все. Объективно? Давай сейчас посмотрим еще вот этот. Я воином схожу, следующий ход. Ну, как бы, если я ниже ставлю, то у меня тут просто ничего нету. Я не знаю, у меня тут сплошные горы. У меня просто... У меня вообще даже никаких клеток не будет. Просто ноль. Там горы одни. Это горы, да. А у меня слева тоже этот один город вмещается. И все, это пятый город основной. Больше не будет города. Следующий город, который буду ставить, это уже в Кри. И то, наверное, он его пойдет забирать. Ну, Кри разведал мою территорию. Он видел ее. Что там немного, немного места для городов. А так я бы, ну... Блин, Хайпер, ты все это время сидел еще или ты вылетел? Да, просто и все. Сидел. Он уже из города вышел. Я прачника уберу на случай. Ну, немножко тут улучшилось. Так. Значит, этот сюда идет, этот туда. Я где-нибудь сюда, точнее. Я где-нибудь еще хочу города ставить. Это у меня какие... Сколько будет? 3, 4, 5, 6. Парни, тут хочу город поставить. Блин, ставит метку. А это сейчас только метку кинул.
Я кину. Нет, ты там, уже точно не поставишь город. Хорошо. Ты прикалываешься вообще, что хочешь город поставить? Ты клетки, не? А? А почему такие жирные клетки, я так и не понял? За счет чего они такие жирные? За счет пожара. Пожар был, да. А Тинни, у тебя же там просто отвалится нафиг и все. По лояльности. У меня? Нет, у Атини, у Атини. Лояльность не отвалится. Я же под Иерусалимом сейчас буду город ставить, над Иерусалимом. То есть ты хотел там город вообще когда ставить? Через 30 ходов? Не, как построить спас, он сразу туда пойду. Второго за веру куплю. Ух ты, а тут их много. А если на клетку ниже, где мой воин стоит, туда поставишь, что сказать? Ну ты ж видишь, что там горы одни. То есть у меня горы просто... Ну а город расти вообще как будет? Как развиваться и далее? У тебя там хотя бы клетки есть, которые ты можешь обработать, и они будут что-то давать. Вот там, где я поставил, там я ставлю город? Где я оставил поселенцев, до сих пор не видел? Или не получается? Мы поместимся? Ну, мне тогда придется ставить там, где у тебя воин. А, ты куда мне предлагаешь? Скиф предложение. Ну, выше надо, там, где вот на верхнюю пшеницу, на одну клетку выше просто. А, тогда я вообще ничего не заберу. Ну, не знаю, а что мы тогда обсуждаем? То есть ты хочешь поставить просто там? Вот у нас нету никаких компромиссов, получается. Ты говоришь, я хочу ставить так, чтобы нормально поделить. Вот что это вообще. Поровну эти клетки разделить и по справедливости. Да, слушай, я просто ниже ставлю... Ну, что по справедливости? Я получу какие-то три клетки, у меня снизу нету никаких клеток вообще для обработки. У тебя, я говорю, у тебя вокруг есть другие клетки, они хуже, чем эти, да? Ну, то есть тут мы можем разделить клетки, а у меня вообще никаких клеток не будет. Так получается? Ладно, я тебе дам шикарный город поставить. Буду тебе портить. Ну, просто смотрите, вот я вот сюда ставлю клетку, например, да? Выше, и вот где вот у меня вот тут клетки хоть какие-то? Что? Просто молча бы поставил, и все. В чем проблема? А убери метку, убери свою, кто поставил? Я. Не знаю, кто это поставил. Так, слушайте, это вот мне не нравится, тут убьют меня пращника. Так, давайте я этого проатакую скаута именно. Так, скиф принял декларацию дружбы. Он не хочет воевать. Но тем не менее, я все равно закончу строительство всех этих оборонительных сооружений. Так, вопрос с акведуком. Да, мне сначала все-таки акведук. Ладно, давайте откроем. Вот без шансов. Блин, там этот вулкан, не хочу туда идти. Так, в Мадриде древние стены. Ну, время кампуса тогда, троечка есть, да? Наверное, стоит там и ставить, в общем-то. А, вообще я храм хотел сначала, блин. Давайте храм. Так. Блин, не обращается Севилья никак. Через 4 хода написано. Тогда храм продолжим. А где у нас тут кампус? Нет, давайте храм. Я хочу расти. А это за счет именно святилища кампусов и храмов.
Так, а где у нас еще появились варвары? А это далеко. Нормально? Да, спасибо. Видишь, у тебя лисицы, ну, как бы... А мне пришлось выкупить. Ну, я понимаю, что пришлось выкупить. Так бы, я думаю, что мы, скорее всего, могли бы пилили скри. Если бы не договорились. Накинь десятку, если есть. Так, будем это, что строит висячие сады? Не хватает на кое-что. Храм в Толедо, Гурдвару я бы купил. Я вот не знаю... Ну, вообще... Не, я бы купил сначала Гурдвару... Не, 190. Блин, вообще, можно еще вот тут все-таки город поставить, я думаю. То есть это в Севилье. Пить. Не, блин, а как в Севилье так пойду? А тут, наверное, в Мадриде все-таки. Я следующим ходом вот пройду этим. Нет, сейчас куплю, ладно. А, 160. Да, надо посел еще там вот внизу поставить. Не, Гурдвара 6 ходов, это долго. Амбар нам тут не нужен, давайте... подожди. Давайте строителя... Человек с 30 науки, он только четвертый. Прикиньте, Мали у меня деньги просит. Сколько у вас там топ науки сейчас? 44 у скифа. Но он эти минанки построил? Или нет еще? Да, построил. Ты у него эти минанки так дает. Ладно, вам там бориться с ним. Я себе, как говорится, территорию расчистил. Ух ты, плюс 5 есть. И тут плюс 5. Готов, да? Нет, давайте тогда сначала строителя тоже. Можно за веру покупать, но я... посела хочу покупать за веру. Так, вопрос вот тут с городом. Может, все-таки пониже чуть поставить? Вот сюда? И военный лагерь, например, на место одной из пшениц. Ладно, может попробуем действительно таймер вернуть. Слышь, Кри, а как у тебя там все загорелось? Ты сам пожар устроил или что? Вместо Васис. Да у меня просто подгорает, без таймера игра. Шалеть, у него там пожары полыхают. А, все сгорело нахрен. Так можно самому пожар устроить? Мне кажется, Мали это... В каком-то режиме можно было устроить, там, по-моему, кого-то нанимаешь. Это диверсия от Мали, мне кажется. Вот он присоединил лисиц, а вы знаете, это известно, две лисички взяли спички. Море синее зажгли. Вот. Работают диверсионные лисицы Мали. А это таймер... Вручную поставлены минуты, или это реальный он такой? Нормально уже, долгий таймер. Так ты как-то близко ко мне, а? Так, давайте тогда города проверим. Так, тут все норм. Тут все норм. Так, а что у меня тут
на рост и производство не стоит. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут найти прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!